Хайху, ребятки, всем привет, с вами Борода, это PUBG Mobile, и мы продолжаем цикл видеороликов, в которых я выбираю одно оружие, пытаюсь взять топ-1 с ним, не меняя его до конца каточки. Ну что ж, сегодня я хочу попробовать наши шансы с двухствольным дробовиком. Насколько это будет реально и насколько это сложно или же наоборот легко, мы узнаем в этом выпуске. Усаживайтесь поудобнее, прожимайте лайкосики, оставляйте теплые слова, и совсем скоро мы возьмем или же не возьмем топ-1. Так, со мной на этот кемп падает тип, я ухожу выше на кемп, потому что, ну вы сами понимаете, пока я дробаш найду, я могу его вообще не найти. Блять, да что ж так много-то ребят со мной падает, это очень плохо. Смотри, прям на этот кемп очень много ребят упало. Так. Броня. Есть дробаш. Двухствольный мой. Нахер пошел. Нахер пошел, я тебе сказал. Пес. Здесь тебе не рады. Так, аптека хорошо. Это мне не подходит, и мне не понадобится. Так, хорошо, что там обвесики. Точно, на дробаш можно вешать обвесы. Так это вообще изи сейчас будет. Так. Мусор, мусор, мусор. Так, винчестер. Блин, мне нужен еще один двухствольный дробаш. Оп, 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 файт, файт на нижнем. Блять, я бы с удовольствием вектор взял. Да ладно. Так, внизу был файт на кемпе. Блять, да чё вас так много-то, слушай? Вижу. Мне, короче, нужно так, чтобы он меня не задетектил. А я максимально быстро к нему добрался. Типа, дробаш на дальнюю не бьет. Задетектил, да? Пёс. На нахер! Вот это разнес. Это было сильно. Это было очень сильно. Так, хорошо, где-то еще в спине был файт. Тихо, спереди. Близко. Рядом с кемпом. В доме. На нахер! Лох. Тихо, дробаш двухстволка, нет? Сука, мне этот не подходит дробаш. Херово. Пошли дальше. Это не двухствольный дробаш, мы берем только двухствольный в этой каточке. Поэтому тот дробик мне не подходит. Мне нужен нормальный армор. И много хилов. Так, ну чё, 3 кило уже есть. Мало. С пистолетом было 9, по-моему. Если я не ошибаюсь. У меня где-то в спине еще тип был. Я слышал, как он файтил. И мне в ту сторону идти просто как раз. Мне нужен на сминку еще один дробаш двухствольный. Потому что два выстрела... Если будет Т3 фуловый, то не хватит. Тут лутано. Дымы мне понадобится много. Лутал бот. Все. Можно что-то пособирать. То есть бусты не взял, ни хера не взял. Или тупой какой-то. Одно из двух. В принципе, разницы даже не вижу. Так. Нужен двухствольный. Так, даже кого-то убили. Прикинь. Обрез там как чё-ли был, да, по-моему? Не, ну с обрезом это вообще хардово будет. Прикинь, оп. Греночку я возьму. Да, я бы, конечно, фул Т3 одел, но я не рискну, пожалуй, лутать дроп. Или рискну, я не знаю, почему нет. Так, мне главное на... Дальние перестрелки-то не стыковаться. Кстати, зона далеко. Блять, надо бежать.
Потому что дальняк я не возьму никак. Вот тут как ни крути, но дробь на дальний — это нереально. То есть мне только сближаться, ждать, пока на меня враг пойдет. А тогда я еще что-то смогу сделать. В противном случае меня просто будут выносить. Даже пистолет на дальний будет гораздо круче, нежели вот двустволочка. Ну, короче, любой дробаш на дальняк — это не вариант. Это худший вариант. Ну, в принципе, у меня вообще выбора нету. Поэтому, если придется, мы, конечно же, это сделаем. Так что, чего уж тут греха-то таить. Как повезет. Будем надеяться на лучшее. Так, надо скинуть всякую эту хрень. Так, главное. Сколько у меня аптек? У меня только две аптеки. Я в дерьме. Две аптеки, при том, что я играю с дробашами, это крайне мало. Что, сюда нырять будем? Нет, не знаю. Я здесь был, по-моему. Или нет? Блядь, я не помню. По-моему, не лутал. Пошли посмотрим. Чел. У меня здесь сверху. Вот. Ёб твоё! Конченая двухстволка. Повезло, что это бот. Был бы это really чел, то мне было бы вафля. Ну, типа, не выживают. Вот с такой стрельбой из дробаша не выживают. Камон. Если бы это был реальный игрок, то я бы уже сушил весла, шел бы в лобби и просто псешил. Но мне повезло. И реально, вот это просто факт того, что... Это был не человек. Оп, фулл дроп. Фулл этот, второй жилет. Надо бустануться. Так, по-прежнему две аптеки, по-прежнему крайне мало. С этим топчик, конечно же, не взять. Мне надо бы еще поискать. Ну или кого-то убить, и может быть не повезет что-то там найти с трупецки. Да, эймочки, все валяется, это все круто, но это все не для меня за зоны, я так понимаю, никто чилить не будет, и с перья вроде тоже никто не встречает. А файта поблизости я не вижу. Так, парадис я буду... Блять, а мне никак не обойти парадис, потому что мне нужно на мост. Зона просто бич. Как я мост-то буду переходить, алло? Серьезно, мост с двустволкой. Вот поэтому я говорил, что мне нужно на смену какое-то, ну, не какое-то, а еще одна двухстволка. Потому что это unreal так делать. Типа два раза промахнулся, все, ты сдох. Просто труп. А я не хочу быть просто трупом. О, найс. Что там, дробаша я не вижу. Блять, да вот почему нету больше двухстволок? Что за говно? Блин, не забывайте, я почему-то... Кстати... По-моему, это вариант, слушай. Конечно же, все скажут, а ты шо на сахнике использовать машину? Да это же убийство, блять! Убийство — это когда ты играешь и пытаешься взять топ-1 с дробашом. А в моем случае это отличный вариант проскочить мост. Чё нет-то? Блять, а куда я? Я особо не ориентируюсь. Я на машине вообще первый раз, может быть, еду. Ох! Ох! Какая... Блять, куда я? Живи, машинка. Ох, да. О, смотри, я даже не один такой, нормально. Нормально, там на фургоне. Он меня хоть принимать-то не будет, слушай, это чё? Буткемп, что ли? Ладно, я не мог на буткемп выехать. Куда я вообще еду, блять? Епископ Василий Петрович, мне вообще не сюда. Развернул баранку. На сколько-то там градусов, короче. У-у-у, полет птички. Синички, ёпты. Ха! Полет птички, синички прошел успешно. Газуем дальше, топим во все. О, там он спереди, чел. Короче. Блять. Пиздос. Нахер иди, сука. Видал? Хорошо, что бот. Поехали, поехали, братик. Поехали, газуем. Короче, я хотел его задавить, а эту хрень занесло.
она вообще неуправляемая. Не знаю, они что-то сделали с управляшкой, а раньше было все лайтовей. В PUBG Mobile? Ой, это по мне было. Ну, нет, не по мне. Или по мне, но очень криво. Хер его знает. Я бы остался принимать мост, если бы у меня была нормальная пушка. Так, ну его нахер. Серьезно. Куда сейчас я вверх заеду? И все будет хорошо. Сразу газую вверх, потому что я не успею подняться. Если меня кто-то начнет файтить, шансов выжить будет ноль. Просто ноль. А, вот тут уже можно. Пускай она катится нахер вниз. Не встречайте меня, пожалуйста. Буду очень благодарен. Никто не сделает. Ну, типа, чё, всё. Можно сидеть, чилить, ждать. Выжидать все. Короче, здесь по-любому кто-то будет подниматься, вся херня. И если ты играешь с дробашом, если тебе... не повезло, или ты такой же, блядь, больной ублюдок, как и я, то это неплохая точка для того, чтобы здесь сесть и чилить. Короче, дальность позволяет убивать всех с дробаша, но я этого делать не буду. Я все-таки король PUBG, я должен показывать годный результат и красивую игру. Поэтому я иду дальше, у меня уже 5 киллов, я играю с дробашом, я пытаюсь взять топ-1 с двухстволкой, понимаешь, да? Ну, просто, чтобы ты понимал, насколько это хардкорно брать такой топчик именно с двухстволкой. Это же просто пипец. Два выстрела. Или ты убиваешь, или убивают тебя. Больше вариантов нету. Вот здесь опасное место. Но здесь я могу найти еще одну двухстволку. Че, есть кто? Боже, сколько лута валяется. Как же ж у меня руки чешутся все это пособирать. Но мне нельзя. Кстати, ты давно ничего не говорил по поводу того, как тебе вообще этот формат. Нравятся тебе ролики по PUBG Mobile? Я знаю, что ты любишь по нем стримы. Но как тебе вот именно ролики вот такого формата, где я бросаю вызов сам себе прежде всего? И нравится ли тебе такой формат? Потому что я стараюсь для тебя, и мне очень важно твое мнение. Напиши об этом обязательно в комментариях. Чтобы я знал, что я двигаюсь в правильном направлении. А че никто на гору не идет? Я, знаешь, здесь шел, позицию занимал. Вот, короче, сюда садишься с Кариком, у нас будет выпуск, обязательно будет выпуск, где я буду играть с Каром. И я надеюсь, что зона упадет на эту же местность. Короче, с Кариком. Играть очень круто будет. Прям приятнейшая зона. Вот нормальную снопу. Кстати, лут она. Смотри, может быть где-то здесь доблестный воин. Вот здесь, нет? Как ни странно, лутает. На реле лут она, но как бы не полностью. Что ли? Так, у нас 22 бойца в живых. Я 23-й. Я чувствую, с той стороны сейчас будут идти. Я зря кинул ту позицию. Надо возвращаться, почилить, посмотреть. 5 убийств. Я думаю, еще 5 бы сделать, было бы великолепно. Но я никого не слышу, никого не вижу. Уже 21 остался, явно. Что-то мрут, как мухи. Чел? Не, не чел. Казалось, на камнях чилит кто-то. Так. Никто не пришел сюда. Оп, дроп. Оп, 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 дроп. Оп, дроп. Оп, 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 дроп. Че, на скалы дроп упал? Серьезно? Туда можно подняться или нет? Оп, дроп. Оп, 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 дроп. Пойдем посмотрим, можно ли сюда как-то забраться. Возможно, я даже оделаюсь фулл Т3. Дроп, конечно, я брать не буду. Но броню можно. Ой, блядь. Может, внизу где-то есть подъемчик, вот здесь на скалах. Не стреляйте, пожалуйста. Хер там. Классно, дроп упал.
Сейчас с обратной стороны посмотрю. Короче, вот здесь я в лютом лге, и меня могут просто убивать. Пожалуйста. Но этого никто не делает, потому что что-то никого нету. Да что об тебя? Там можно подняться, мне кажется. Да. Отлично. Дропчик, я иду. Дропчик мой любимый. Тебя никто не лутал тут? Что это было? Сука, моя машина. Кто-то взорвал мою машину. Возможно, кто-то залутал дроп. Епископ, все, я сдох, походу, да? Не, не сдох. Прикинь, я жив. Кто-то взорвал мою машину, мне это не нравится. Значит, там кто-то был. Мне нужно быстро лутать, если он не залутанный, и сваливать отсюда. На дропе. Короче, там где-то чел кого-то убил. Это все не лутано, говно. Блять, там АВМ-ка. Мне кажется, я обратно здесь типа дыбусь. Я могу тут тупо сдохнуть сейчас. Это у меня? Это что, у меня? Что это было? Мне что, вниз прыгать? Так я умру. Писос, блядь. Залутал дропчик. Попал! Пиздос. Все, я сдох. Сука! Сука! Топ 10! Дроп залутал, но... Увы, падение не рассчитал. Ну что, ребятки, по-моему, результат неплохой, к сожалению, да. Опачки, медалька, и я с ней полностью согласен. Всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока.